Итак, конкурс «Санкт-Петербург. Галукае 2016» подходит к своему логическому завершению. А это значит, что вердикт жюри готов, и вот уже через несколько минут станет известно имя победительницы. Мы начинаем церемонию награждения участниц конкурса. Красавицы получат сегодня различные титулы. И я приглашаю для награждения победительницы в номинации «Интернет-Гузелей» председателя Башкирской национально-культурной автономии Люцию Буканову. Гульдер Нутфуллина. Лайықлы есімге бірінші курстағына ұқылғаға рамақтан Аманат театр студияғында бұйылғы елда дебют яғаған Захиде Мусина бөлікләне. Юлдаш каналының махсус призды тапшыру үшін сәхне түріне Динара Хафизовыны сақыралы. Дорогие друзья, чтобы объявить, кто удостоится третьего места, приглашаем на сцену Киема Курмакаева. Дипломом за третье место награждается Зульфия Аминева. Интрига вечера. Сейчас мы узнаем, кто же из девушек стал победительницей конкурса башкирских красавиц Санкт-Петербург Галукае 2016. Почетная миссия объявить победительницу конкурса предоставляется руководителю ассоциации студентов и аспиранту Башкортостана в Москве и Санкт-Петербурге Азату Бадранову. Гран-при Санкт-Петербург Галукае 2016.
награждается Арсланбайла Шаура.